Друзья, всем доброе-доброе утро. Кормлю, как обычно. Хромушечка пришла. Нету только Яшки. Сегодня 4 июня 2022 год. ЛНР, город Брянка. 7 часов утра. Наверное, еще 7 даже нет. Пришла пораньше, потому что встала очень рано. Где-то с 4:30, может даже раньше. Очень шумно было, поэтому уже не спалось. Ну, сначала хочу извиниться за 2 июня, когда я сказала 2 мая. Знаете, просто уже привыкла к маю месяцу. Да и я же говорю, крыша едет не спеша. Уже в голове мысли разные. Все. Поэтому извиняюсь еще раз. Конечно же, было 2 июня. Еще хочу извиниться, что вчера, 3 июня, не вышло коротенькое видео. Я, конечно же, снимала, но у нас с вечера, со 2 июня, где-то часов 5 вот так вечера, потух свет. Сказали, какое-то серьезное повреждение именно вот здесь, в нашем микрорайоне, где мы сейчас с Димой находимся. Отремонтировали только на следующий день, около 2 или 3 часов дня. Вот, практически сутки не было у нас света. Поэтому ни интернета, ничего не было. Хоть я видео сняла, смонтировала, но выпустить не успела. Уже наше вышло обычное дневное видео. И Дима говорит, люди начнут путаться. Не нужно. Лучше на следующий день расскажешь, что произошло. Вот. Причину не знаю, но что-то серьезное. Люди говорят, с Луганска вызывали специалистов, ну, что-то или меняли. Ну, в общем, ничего неизвестно, и вряд ли мы, как говорится, узнаем. Так что сейчас свет есть, все нормально, поэтому планируем и надеемся, что получится сегодня провести стрим. Сегодня суббота, так что, друзья, всех-всех ждем на стрим. У нас есть хорошая новость. Мы с Димой, особенно Дима, с нетерпением, конечно, ждал этого момента. Ну вот, все мы вам расскажем. Поэтому встретимся, обсудим, задавайте вопросы еще, которые вас интересуют. Вот. Ну и пожелания, конечно, как обычно, друзья. Конечно, желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения, взаимопонимания, всего-всего хорошего, друзья. Все у нас будет хорошо. Всем мира и добра.